Окончив вместе строительный техникум в городе Октябрьском, Лидия и Анатолий Смирновы по распределению приехали в молодой Нефтекамск. Рабочий стаж главы семейства 38 лет, а его супруге 33 года. А первопроходцами Смирновых в водоканале была Анна Васильевна, мать Анатолия Константиновича. Раньше работала на эскоже. Но на эскоже я зрение испортил, а мать в данный период работала в водоканале мастера абонентского отдела. И мать это мне сказала: давай, говорит, устройся, хоть на один месяц поработаешь. Так я и устроился не на один месяц, а уже сейчас 38 лет это работаю на данном предприятии. Анатолий Константинович считает работу своих коллег важной и значимой. Как человек не может прожить без воды, так и целый городской округ зависит от бесперебойной деятельности водоканала. Опытный мастер имеет звание заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан. Спасибо. Раньше работу усложняло отсутствие телефонов, и в случае порыва или другой аварии на сбор бригады слесарей уходило уйма времени. Сегодня с автоматизацией производства время реагирования сократилось до 5-10 минут. Но вместе с тем работы по сравнению с прошлыми годами стало намного больше, говорит опытный диспетчер. Ведь помимо водоснабжения города в ведение водоканала входят и коммунальные сети АМЗИ и Никола Березовки. Объем, конечно, работ раньше был меньше. Но были также свои трудности, не хватало техники. Вот. Нам приходилось самим, если там ночное, выходные, диспетчера сами выезжали даже на порыв и принимали решение вот, там оставить до утра или вызывать бригаду. Трудно было вызывать бригаду, а не было же телефона, сейчас связь. Принимая заявки от горожан, она их тут же отдает слесарям в цех водоснабжения. Так во взаимодействии решаются все вопросы, обеспечивается бесперебойная работа сооружений водоснабжения и водоотведения. Лилия Ахметова, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».